большущий праздник Троица. У нас этот праздник, наверное, как у детей выходцев родом из Советского Союза, ассоциируется с лагерем. Мы все выбирались в поля, собирали траву, траву закидывали в палатки. Некоторые уникумы, которые не знали, закидывали траву, да, в палатку полынь, и на утро у всех была чумная голова. А мы вырвались. И вот Людася. Что вы делаете, Людася? Собираем чебрец. Это мочать. Очень полезная штука. Да. Вот так. И очень успокаивает. Да, вот так вот мы, находясь в селе, находим такую красоту, возможность отдохнуть, пофотографировать, собрать траву, полевые травы, насладиться видом, подышать воздухом и получить кайф, чего и вам всем желаем. Мира, благодати. Всем папа!